Спорт, бадзёрасць, баявы настрой і ўсё гэта не гледзячы на ўзрост. Агульнагарадская сцежка здароўя сабрала ў Магілёве каля 400 удзельнікаў. Былі сярод іх і тыя, каму далёка за. Спаборніцтвы ператварыліся ў вялікае свята і стымул для тых, хто імкнецца быць актыўным. Любошскі лесапарк сапраўды ператварыўся ў сцежку здароўя. Каманды, а іх 26, прайшліся па ўсіх 13 станцыях. Ім прапанавалі, да прыкладу, згуляць у баскетбол, праявіць сябе ў дарце, боулінгу, авалодаць навыкамі вопытнага турыста і нават пастраляць з вінтоўкі. Мы такія актыўныя, бодрыя і ещё юныя душой і целам. Поэтому наш МОАЗ, а теперешний БелАЗ, нам помогает в этом жить. Мы ими гордимся, мы ими восхищаемся. И сегодня, во-первых, это не первый год, это традиция. И исполнительная власть сегодня на правильном пути, что инициирует вот такие организационно-массовые мероприятия. Самому старейшему спортсмену, уявите себе, 93 годы. Алексей Миколаевич Пустынцев, удельник войны, 8 апошний год за занимается йогой. На таким святе особливо отчувая себе молодым. Ведь всегда гимнастика дает здоровье. А раз здоровье, то дает и настроение. А значит, настроение быть всегда оптимистом. Ветеранские отрады колоритно себе и презентовали. Подчас открытия спаборництва пели, танцевали. Родному Могилеву с нагоды юбилею читали верши. Мы гордимся своим возрастом. Мы рады, что у нас есть возможность новое познавать, какие-то увлечения, заниматься спортом. Столько мероприятий много для ветеранов в городе делается, что даже не хватает времени порой. Здоровый образ жизни нужен в любом возрасте, да, и хорошее настроение. Да? И выглядеть красиво надо в любом возрасте, и хорошо выглядеть надо в любом возрасте. Удел у стежцы здоровья узяли амаль 400 человек. Узрост для их не перешкода. Удельники доказали это на справе. Надо быть всегда подтянутыми, бодрыми и здоровыми, стараться, стремиться к этому. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Олеся Рыбалка, Александр Артемьев, новини региона.